Приветствую, друзья, вас на своем канале Земледел. Сегодня занимаюсь коньком. Здесь вот крючки стоят. Каждый метр от веревки перетягиваю. Вот, вот такой конек у нас. Здесь высота получается труба. Изогнутая заводская. Идет высота, получается 1,5 метра. То есть вот отсюда до сюда. Вот эти вот железки я уже показывал, на них крепится второй домик. Получается, вот он второй слой. Я вчера с одеяла прям снимал. Показывал, сейчас покажу. Вот верхняя точка идет до каркаса. Вот, вот нижняя точка. Здесь получается 2 метра. Вот здесь вот 3 метра, да. От пленки внутренней до наружней. И что вот этот конек... Там вот, вот здесь стоит двигателя, вот там один и там второй. Получается вот эта вот труба 100 метров вот здесь, открывается 100 вот здесь. Вот сейчас также пленка закреплена сверху на вот такие вот профиля на змейку. Вот это вот не открывается пленка, вот это вот открывается до самого верха. Крепится все, каждый метр стоит веревка вот такая, вот она натягивает пленку. И везде вот на каждом метре. Чтобы ничего не оторвало, сделано вот так. Здесь вот фартук, чтобы не дуло. Вот он стоит с пленочки. Пленочный фартук получается. Здесь цепляется, вот здесь цепляется фартук. И к этому уже профилю цепляется уличная пленка. Что вот так здесь. Ничего такого намодрённого нету. Сейчас иду, протягиваю крепления все. Получается, крючки на крючках вот этих висит. Веревка я уже показывал. Вон он где, каждый метр. Сейчас покажу. Вот там. Короче, эти веревки вот так вот держат пленку, чтобы она не улетала. Значит, ходим вот здесь. Профиль вот он наступает. Стоят вот здесь вот заглушки, чтобы вода не попадала. Крепится на саморезы вот такие усиленные, мощные. Вот это снизу вертикаль. Вчера показывал, вот она, труба открывается, закрывается, веревки тоже, чтобы не сдувало. Крепление каркаса, вот она, съемная, быстросъемная. Чтобы температурные колебания, когда она туда-сюда ходит, расширяется, сужается. И что вот так. Вот такое устройство конька. Получается от земли до вот этой верхней точки 9 метров ровно получается. Что вот так конструкции. Такие крючки на улице стоят. Вот я их вот такие перетягиваю. Вот на него веревка натягивается, которая вон он тебе. Здесь две, здесь две, здесь две. Вот такие. Так, далее нашел кусок одеяла. Вот такой кусочек старенький. Затыкал. Показать, что там внутри. Одеяло такое стоит везде, со всех четырех сторон. Вот сейчас каждые 20 сантиметров она проклеенная, вот она, термо. Как она спаяна, говорится, верхний слой. Самый верхний вот такая вот непродувайка, типа парусины, плотная-плотная прям. И очень тяжело порвать. Идет после нее, идет слой, не знаю сколько здесь, микрон 50, наверное, может быть 30. Пленка идет, вот она прям. Под парусины. Далее идет утеплитель. Вот такой. Спененный. Не помню, как она называется. Идет. И основной, самый. Это как вам, синтепон, типа то. Вот. Как у нас в куртках обычные. Это как китайский. Вот. И так. Далее это также обратно порядке. Сейчас пленка. А утеплитель, пленка. И тряпочка. Тряпочка такая интересная, плетеная. Ну, крепкая вообще, капец. Получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слоев по часу одеяла. Общая ширина где-то 3 метра, длиной 100 метров. Вот такой кусочек просто нашел. Показать, какой у вас он. Вот оно висит. Очень крепкое одеяло. Вот 11-й год у нас стоит, только коршиться начало. И то в основном солнечной стороны, потому что солнце все равно съедает ультрафиолет. Хороший материал.
Одеяло очень крепкое, термо получается одеяло. Даже не знаю, аналоги по идее тоже такие должны быть. Прошитые могут быть. Здесь проклеено все. Когда новая, она прям пушистая такая-то еще. Слежалась, она у меня так лежала вообще-то. Вот так, такое вот одеяло. Спаяно крепко, прям здесь ничего не рвется, не отходит. Вот отрезал просто вот так. Вот здесь тоненько. Вот так оно широкое. Вот что вот так. Конструкция получается уже 12 лет надана. Оцинковка. Ничего ей нету. Обычно. Вот эти вот железки, опленки, вот они уже подгнили, чуть-чуть меняя местами. Вот он года два назад ставил, он просто болтики подржавели. А так конструкция неизменная, вот как было. Перетяжку вот таких саморезиков делал, конечно, лет 7 назад. Но ничего не гниет, все держится, все отлично. Конструкция качественная. Что вот так. Вот такие виды у меня. Красивую улицу не покажу, улица запечатана. Высоту. Что вот так вот. У нас на коньке. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, вопросы. Не стесняйтесь, рады будем вам ответить, подсказать, рассказать. Все. Всем пока. Пока.